Ну, так судьба сложилась, потому что образовалась кафедра тогда гуманитарных наук в политехе, и руководила ей Таисия Павловна Долгова, очень известный в нашем городе человек. И благодаря созданию этой кафедры потом появился и гуманитарный факультет, и благодаря этому мы стали университетом, поэтому вот такой сложился путь. А если не секрет, всегда я задумываюсь, что действительно есть гуманитарная кафедра в техническом вузе. Насколько Но это важно? Же нормально, это очень важно. Совершенно для того, чтобы, во-первых, это статус университета, без этого мы не получили бы. Мы же были институтом, политехническим институтом, и после этого стали университетом, когда образовался гуманитарный факультет. Ну, конечно, современный инженер без гуманитарной составляющей, но это, конечно, считаю недостаточным. И можно еще буквально один вопрос? Да. А в вашу сферу научных интересов что входит? У меня кафедра, заведую я кафедрой давно, с 2000 года, кафедра социологии и социальных технологий.